Хеллоу, ребятушки, с вами Сергей, вы на канале Bindas of Game. Мы продолжаем с вами играть в Heavy Cargo. В общем-то, сейчас заберем с вами какой-то серьезный груз. Какой-то бизнес, не знаю. Что-то похожее на елочки. Что-то похожее на елочки. Я не понимаю, блядь. Я нажимаю на эти кнопки и не понимаю, есть свет или нет света. Работает ли дальний или не работает. Ладно, потихонечку двинули. Путь у нас с вами не, так скажем, не близкий. Да, поедем в какую-то опую дыру. И оттуда мы поедем не меньше, чем в другую опую дыру. Все, выскочили вот такие наглые, просто охреневшие. Ну, все-таки выскочили. Едем, в общем-то, с вами тогда на загрузку. Ехать долго. Ну, относительно долго, по-моему. Сейчас скажу вам, сколько ехать, друзья. 3,5... Нет, ну недолго. 3,5 километра это немного, прям совсем немного. Это нормально. Но с учетом того, что мы здесь ошиваемся с вами в городе... Ой-ой-ой. И в городе как бы есть пробки. Ее потрясывает так, блин. До сих пор, блин, я прям боюсь. Я когда торможу, когда она такая прям это... Странная. Так, я забыл, где поворотники. Поворотники 1 и 2. Угу. Чуть-чуть вроде бы удобно, но чуть-чуть вроде бы и неудобно вот с этими поворотниками. Но мне кажется, мы сейчас на этот светофор не успеем. Будем ждать вторую стрелку налево, чтобы повернуть. И, собственно говоря, нас встречает туман. Нас встречает туман, и люди троят, очень сильно троят. Особенно вот этот тессон, он мог проехать. Почему он не проехал, непонятно. Ладно, постоим, подождем. Немножко искусственный интеллект здесь притормаживает. Так, фура какая-то приехала к нам. Рядом присоседилась. Вот, немножко притормаживает. Ну а что делать? Ничего не сделаешь. Так, я как-то там приближал, а не помню как. Так, это я вышел. А зачем я вышел? Ну ладно, постоим вот. Постоим, усами пошевелим, что делать. Ой, ой, ой. Тихо-тихо-тихо. Поехали, поехали. Поехали. Должны успеть. Вышел такой деловой. Постоять, покурить называется. Курение вредит вашему здоровью, друзья, да. Нормально. Серия хорошо началась. Так, ладно, едем. В общем-то, катим. А что делать? Катим и катим. Вот интересно, я если на ходу выйду, на большой скорости, машина поедет дальше, а я пойду пешком. Вот. Как бы пока не хочется это проверять, но я думаю, обязательно это в конце видосика попробую проэкспериментировать. Так что смотрите, друзья, до конца. Да, не перематывая, не перематывая. Будет интересно. Я надеюсь, что будет интересно. А так как у меня серии всегда, в принципе, все, фактически, почти, наполовину, на 50, на 100, на 70, 80, 90, 50, 100% хорошие. Так что смотрим. И отдыхаем. Мне показалось, что кто-то... Ё-моё, пришел. Тихо. Чуть-чуть его бортанули, ну ладно. Мне показалось, что... То ли звук в игре был какой-то странный, то ли... Как будто сзади кто-то сказал. Но сзади же никого не было. Вы не видели, да, никого? Это же не хоррор-игры, а то я уже очкую. Хоррор-игры мы обязательно тоже поиграем. Есть уже парочку интересных хоррор-игр. Поэтому не пропустите. Кстати, автобус такой интересный, но... Я так понимаю... Блин. Я же отключил его. Так, нам вот сюда сразу с поворотничком все, чтобы по правилам. Сейчас опять к управлению немножко привыкнуть. Я все никак не поставлю руль. Я все вам обещаю поставить руль, и все никак не поставлю. Ну, бывает, бывает, друзья. Не получается пока что со временем поставить руль. Поэтому пока работаем, так скажем, на клавиатуре. Ну а что делать? На клаве тоже ничего. Даже интереснее, потому что на клаве... Не, ну можно, по-моему, я так понимаю, что можно будет поменять этот самый, как вам... процент поворота. То есть как он будет поворачивать. Резко, не резко. А кто он сейчас? Да е-треть колотить. Да вы задрали. Короче, две машины проезжают. Если мы четвертый и так далее... Да что с тобой? Что происходит? Что ты трясешься?
Все, успокойся. Не трясись. Не трясись. Непонятно. Что-то с тормозами. Надо ехать и смотреть, что с тормозами. В общем, две машины проезжают только на светофорах. Может быть, по прямой, конечно, по-моему, побольше. И почему-то мне кажется, что сократили светофоры. Стали более чаще делать. Ну вот. Три машины. Четыре машины. Ну, по прямой. Четыре машины по прямой. Хорошо. Поехали, поехали. Давай, мужик. Горцуй! И мы с тобой поедем. Да. Так. Всё. Ну вот самое сложное, самое, наверное, сложное здесь, самое долгое, муторное, это вот выехать из этого города. По-моему, да? Так, ну, вообще, сколько я тут немножко уже, так скажем, покатал вне стрима, ну, хоть руку, так скажем, набить, понять вообще, какие грузы нужны, потому что я тут пытался записать серию, а серия получилась бы. Если бы я записал бы ее, то получилось опять про лодку. Что нам категорически это было бы что? Правильно, неинтересно. Лодки катать мы уже с вами катали, поэтому надо выбирать груз такой, который мы еще не катали, чтобы посмотреть груза, посмотреть, как они себя ведут и тому подобное. Нам пока не дают крупные габариты возить. Обидно, досадно, но я думаю, мы натерпим, дотерпим этот момент и обязательно с вами прокатим большие груза. Ну, хочется прям, чтобы, так скажем, с группой поддержки, с конвоем. Да, с конвоем. Конвой только в другом, да, случае ездит. А тут как бы с этим, со сопровождающим. Ну, наверное, конвой, я не знаю, как правильно сказать-то. Вот, и как бы обязательно покатаем, обязательно. Я прям сам жду, когда будут уже, ну, такие более-менее большие груза. А мы пока тем временем, за хорошим разговором, катим, катим и катим. Вот тут какие-то повороты. Я так понимаю, мы сейчас повернем вот сюда и будем уже, в принципе, выезжать из города. Ну, я надеюсь на это, я хочу выйти уже из города. Тихо. Вот тормоза, да. Вот тормоза, ну да, да, наверное, мы выйдем сейчас из города. Да, 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 это последний поворот, и мы поедем вот сюда. Чуть-чуть осталось, буквально совсем прям капельку. И поэтому мы с вами сейчас как раз выйдем из города, немножко дадим, может быть, газу. Не хочется нарушать, можно было бы люто там нарушить по встречке, не по встречке, повернуть налево-направо. Ну вот опять он, да. Я уже не спешу, я понимаю, что мы никуда особо-то не доедем с такими искусственными интеллектами. Ну а что делать? Потихонечку тут катим. Кстати, петшоп. Петшоп я возил сюда. Да, возил что-то. Что-то я возил, я не помню что. Короче, какую-то хренотень. Трубы, что ли, я привозил? Только я не понимаю, зачем в петшоп трубы. Что мне показалось? Что-то пикнуло. Так, а что у нас здесь, собственно говоря, произошло? Алло? А как нам теперь повернуть? А, то есть выйти надо было, да? Да, ну ладно. Ладно, я выйду. То есть я не понимаю, то есть я сажусь в машину, они начинают троить. Причем реально начинает троить. Я выхожу из машины, они едут. Я не понимаю, что происходит. Может быть, у меня то, что мигалки здесь какие-то работают, заработали. Ладно, давайте постоим. Быстрее, быстрее, быстрее. Сесть в машину, поехать. Тихо, тихо. Да газу. Я-то думал, что я ручник поставил, а я без ручника. Машина-то, в принципе, не едет, когда ручник ставишь, потом отключаешь. В общем, непонятно, что. Может быть, мигалки отключить? Так, стоп. Так, ну вроде мигалки отключил. Почему не возвращает? Почему так это? Странно. Я что, пьян? Вот, сейчас вернула. Что-то немножко игра подтраивает. Странно, странно, странно. Ну, опять же, повторюсь, это у нас ранний доступ, поэтому я думаю, все-таки разрабы допилят ее. Игра, по сути-то, неплохая. Игра неплохая и интересная.
с одной стороны. Так, лучше все-таки вот так вот. Здесь можно управлять как VSD и также стрелочками. То есть для удобства, ну, каждому по-своему, да, удобно. То есть кому-то удобно правой рукой, там, допустим, управлять автомобилем, кому-то левой. Мне удобно, потому что у меня мышка под правой рукой, естественно. Вот, поэтому мне удобно, естественно, левой. Но не всегда, не всегда. Вот. Есть, бывают такие моменты, что у тебя пальцы троят, и ты сам не знаешь, что творишь иногда в управлении. Тут единственное, что управление вот мягкое, и на скорости очень-очень сложно, так скажем, завернуть. Иногда бывает. Вот тут такая дорога интересная. Вот, вот о чем я и говорил. Тут вроде чуть-чуть больше начинаешь поджимать, как бы, да, там чуть дольше, и он тебе руль начинает прям выворачивать. То есть тут постоянно вот это вот тыканье, и все-таки надо как-нибудь добраться до своего руля. Он у меня там под столом, бедолага, лежит, пылится. Я все никак не доберусь до Евротрака и до American Truck Simulator. То есть никак. Надо будет уже добираться, да, да. А вы все, ребятки, молчите. Если бы вы сказали бы, Сережа, давай нам Евротрак подавай. Давай нам Америку подавай. Хотим посмотреть на Америку. Правда, у меня новых штатов еще пока нету. Так скажем, разрешения я на новые штаты не получил, не приобрел. Поэтому пока и как бы что есть, то есть. Но, естественно, она уж не совсем прям у меня, так скажем, голая игра. Но все же. Так. И что мы тут встали? И что мы тут стоим? Поехали, поехали, поехали. Гоу, как говорится. Гоу, Васяран, Васяран, да? Ага. Все, мы почти с вами на месте. Мы почти с вами на месте. Подскочили. Вот здесь последний поворот. Да-да-да, я вижу, что здесь финал, точка. Это вообще какой-то, я не знаю, ферма, что ли, или что? Куда-то на ферму приехали. Так, теперь нам надо понять, где... Ага, вижу, впереди. Впереди у нас как раз-таки точка. Ну и посмотрим, что за интересные такие нам сейчас предложат груза. Так, вот поставить тачку. Ну, туда, наверное, нельзя. Давай здесь прям все заглушим. Выключим и выходим. Так, все. Заглушили, выключили все и заходим туда. Silo Transport is part of the daily business. Not very exciting, but it's just part of it. And today it's your turn. After all, you've got a nice drive through the mountains to the cooperative site near Credo at sunrise. Переводик надо будет потом написать вам. Я попробую сделать все-таки переводик, что здесь написано. Попробую, по крайней мере. Silo Transport. Ну, короче, маленький транспорт. Где он? Да, ну он небольшой, да, понятно. Но единственное, что будет интересно, что там будут серпантины. Ну, короче, какая-то бочка. Какая-то бочка. Ну, кстати, тоже, я так понимаю, это бочка для какой-то этой самой, там, мука. Какая-нибудь там смесь. Ну да, скорее всего, какая-то этот... Херня. Ой, как вы хер... Херня, извиняюсь. Еда не может быть херней. Так, карту убираем, чтобы она нам не мешала. Свет включаем. Вот, кстати, на фуре свет работает. Вот на фуре свет работает, и причем неплохо работает. Стал его, видимо, пофиксили. Но зато зеркало, смотрите, зеркало у меня белое. Зеркало, скорее, уже сегодня отъехало немножко. Вот это вот. А оно, кстати, очень-очень... Было бы полезно. Ну ладно, отъехало так отъехало. Так, нам прямо, давайте сразу сориентируемся по карте, куда нам ехать. Нам ехать вниз, и сами посмотрите, какая дорога, особенно вот здесь будет интересный серпантин, вот здесь будет интересно, и куда-то, я так понимаю, мы с вами... Ну да, здесь какая-то ферма. Скорее всего, что-то повезем. Хорошо, все понятно. Превышение скорости, опять же, будем постараемся не превышать, потому что это сказывается на нашем благополучии вождения. Я так понимаю, чем лучше мы ездим, тем как бы больше и интереснее нам дают груза. Так, ну мы вот сюда поворачиваем, потому что как бы... Вот они очень троят. Да подождите вы, дайте уже проехать. Так, проехали. Так, в наглую немножко проскочили. А что делать? А что делать? Потому что сколько мы сейчас здесь стоять будем? Очень долго стоять будем. А я не хочу очень долго стоять. Я хочу ехать.
мы взяли груз для чего? Чтобы ехать, правильно? А не стоять. Поэтому будем с вами хорошо, качественно ехать. Так, в общем-то... Ё-моё. Так, первый штраф словил за превышение. Короче, надо следить за скоростью, и лимита здесь нету. Здесь есть лимит 90. Ну, не лимит, а ограничение на 90. Больше 90, по сути, на фуре я набрать не могу. А вот здесь у нас висит вот этот лимит на спидометре, если посмотреть. Вот, там красненькими подсвечено от 30 до 50 километров. И вот этот лимит нам надо держать. То есть 50 это прям крайняя точка, самый край. Что-то так катим странно. Тут в принципе ничего сложного. Тут прямо без всяких поворотов, я имею в виду съездов и так далее. То есть тут постоянно едешь вот по вот этой горной лесной местности. Довольно красивая местность, кстати. Вот. И единственное, что, да, здесь вот это постоянно, вот это, так скажем, пьяная дорога в простонародье, да? То есть, ну, и либо по-европейски серпантины. Вот, как-то так вот. Но для нас это пьяная дорога, для меня в частности тоже. Эй, именно так. Вот, поэтому катим. Я так понимаю, это рассвет, времени нету. Было бы время, было бы лучше. Я хотя бы знал бы, сколько времени. Блин, мне кажется, что я там поджимаю ее очень близко к этому бордюру. Хотя нет. Ну вот полосы, да, еще не пофиксили. И жалко, конечно, вот это зеркало белое. Оно как-то меня прям галит, немножко раздражает. Так, ну, ладно. Тихо, тихо. 55 разогнались, что-то немножко лихо. Груз, я так понимаю, не тяжелый, в принципе. Ну... По примеркам, сколько он может весить, этот груз-то? Да хрен его знает, слушайте. Я не думаю, что он прям тяжелый. Наверное... Ну, наверное, тонны 2-3, наверное. Может быть, ну, до 5 тонн это прям вот, вот край просто выше крыши, мне кажется. До 5 тонн этот груз. С учетом того, что он даже весь металлический, да, я так понимаю. Вот. И, да, я вспомнил слово, не мука, короче, это для хранения, скорее всего, какого-то зерна, для переработки, для... и так далее, слива и слива. Так, ну что ты? Стоял, и как я поехал? Ну давай. И как я поехал, тебе надо было прям поехать, да? Ну ладно. Мы все равно медленнее тебя, наверное, будем ехать, поэтому не так жалко. В Евротраке я бы уже ругался и ругался бы, ну здесь... Опять вот. Поставьте мне лимит, пожалуйста, 50, чтобы я просто кнопку нажал и все, и не парился, и знал, что я еду 50. Нет, здесь надо подстраиваться, настраивать и следить за скоростью. Но это, кстати, плюс. В этом плюс, что ты такой вроде нажал, едешь такой, да, и ты опа, и вроде как нарушил. А если бы было бы ограничение какое-то, то было бы, естественно, и как бы неинтересно. Потому что... почему? Потому что мы бы с вами разогнались бы. И вот это вот просто зажали бы и все. И просто 50 километров на зажатой кнопке. А тут ты все равно как бы играешь со скоростью. И бывает иногда ты скорость скидываешь в тот момент, когда вот эти вот, допустим, подъемы идут, да? Ты его скорость подбрасываешь, сбрасываешь. Вот. А подъем получается крутой и... Когда машина тяжелая, когда фура тяжелая, груженная, хорошо, так где-то на тонн 20, да, то ей будет уже в горочку так тяжеловато. Но я вижу, что фура идет бодренько. Она очень хорошо и очень бодро даже в горочку поднимает. Поэтому где-то примерно здесь около, наверное, 5 тонн. Плюс-минус. Такая бочечка. Просто единственное, что мы как бы едем на... мигалках, потому что все-таки у нас получается трал, грузовой трал, и надо учесть то, что у нас стоят стрепы, вот, и стрепы могут, не дай бог, оборваться, и представляете, вот эта бочка на кого-нибудь свалится. Поэтому мы едем с мигалкой и предупреждаем, что у нас, так скажем, ребятки, все равно как ни крути, опасный груз. Так, я не понимаю, мы проехали именно тот, я, кстати, даже не посмотрел, сколько нам ехать. 12 километров, а мы проехали, ну, наверное, километров 14. Общая протяженность. Но, опять же, я не могу понять вот эти километражи.
Они как-то показывают 12,3. Это 12 тысяч километров или 120 километров. Ну я же не могу там, ну, 12 километров тут просто ехать. А может, кстати, может быть и может быть. Через мы же как бы внутри города ездим. Так, ой, не внутри города, неправильно сказал. Внутри страны ездим, да, и вот по мелким городам. Может быть, и это всего лишь 12 километров. Да, кстати, почему бы нет? Я, кстати, об этом почему-то не задумывался. Вот такой вот здесь, кстати, красивый вид. Кстати, может быть, остановиться? Я не помню, как аварийку включать. Я посмотрел бы на это дело все. Очень красиво. Ну давайте не будем останавливаться, потому что, ну, как-то некрасиво на мосту останавливаться. Там они просто медленно едут, и типа мы такие тоже, типа, медленно едем. Дожидаемся, потому что здесь повороты такие крутые сейчас будут. Но очень красиво. Очень красиво. Тихо. Очень прям красиво. Даже зафоткать хочу это дело. Для себя. А может быть и для вас. Вот. А здесь начались, так скажем, пьяные зигзаги, серпантины, и будем сейчас аккуратненько, и здесь еще самое, что висячее, это вот подъем. Это подъем. Ну, груз у нас не длинный, поэтому, то есть, в повороты мы входим прям на изи. Прям шикарно. Ну, скорость. Ну, вот здесь можно было чуть-чуть бы как бы скорость подбавить, допустим, хотя бы до 60. Потому что 50 километров, ну, что-то как-то совсем прям лихо. Ну да ладно. Может быть, красиво сейчас дает. Блин, ну они меня так пугают. Они летят так с этой с горки очень быстро. Тормозят они, конечно, прям колом. Это единственное, что, да. Но все равно вот эти вот летуны и как бы реакция, инерция вот это идет, все равно ты на тормоз начинаешь жать. Так, ну сейчас вот это, по-моему, последний поворот в горочку. Вот такая дорога. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Засмотрелся. Хотел посмотреть там, что там. А, ну там дороги, там машины идут, и оттуда мы как раз шли. Чуть-чуть засмотрелся. Чуть не улетели сейчас в соседнюю, так скажем, встречную машину. Автомобиля, да. Там наверху какой-то замок. Там наверху, вон, как мы видим, какой-то замок. К сожалению, мы его не увидим. Блин, очень-очень прям красивые места. Но обидно, знаете что? Обидно, что нигде здесь не остановишься, не посмотришь. Здесь нету каких-либо смотровых площадок. Там еще вот какой-то замок красивый. Или это... Ну это, да, это замки, это какие-то замки стоят. Какие-то старые владения чьи-то. Наверное, сюда ездят на экскурсии автобусы. И мы с вами вот так, к сожалению, мимо проезжаем. Так, ветровые мельницы стоят тут. Да, замок мы... Ну, как-то так, полу-полу краешком мы видим. Ну, ладно, даже этот... как его, стены каменные стоят. Да, и вот обидно, что нету смотровых площадок. Если бы здесь были бы смотровые площадки, можно было бы даже походить, посмотреть. Да, хотя от фуры хоть и отходить нельзя прям, ну, прям далеко. Но хотя бы я вам показал бы всю прелесть и красоты, так скажем, вот этих горных местностей. Дорога интересная, дорога необычная, дорога горная, непростая, то есть, да, вовремя он тормозился, вот, дорога непростая, но мы с вами пока, ну, я надеюсь, что мы пока с вами справляемся. Вот можно было бы здесь остановиться, но давайте попробуем, съедем мы сюда, ой-ой-ой, какая тут эта неровная дорога. По-моему, замка-то уже там проехали, мы особо-то с вами не посмотрим его. Так. Давайте посмотрим, мало ли, может, увидим. Нет, все, мы замок уехали. Вот о чем я говорил. То, что хотели посмотреть замок, и нифига не получилось. Наверх я, конечно, наверное, не заберусь, да? Ну да, все. Можно было на гору забраться. Ну ладно. Ладно, придется ехать. Не смог я вам показать все красоты. К сожалению, дрона у меня нету, так что приходится как-то так вот. Так, дядь, на мане, пропусти, пожалуйста. Ну пропусти, не выебывайся. Давай. О, машинка исчезла, спасибо. Не тебе, а машине, которая исчезла. Так, выруливаем. Выруливаем. Вот жалко еще, знаете, что нету? Нет полицейских. А что там происходит? Там, а там ДТП. Там ДТП, и мы сейчас будем с вами...
шкура исчезла. Немножко мудрить. А если не будем мудрить? О, а сквозь проехал, смотрите. А как так-то? Так, еще машины исчезли. Блин, лучше... О, отлично, вообще. Вообще шикардос. Да, тут какой-то, я так понимаю, ДТП. Они тут что-то воткнулись и не могут два барана проехать. Так, машина еще исчезла. Она прямо-то? Да, она прямо. А то я что-то проехал. Ну, в общем, как видите, игра преподносит сюрпризы. Игра пока что очень сыровата. И очень много вот таких багов, лагов и так далее. Так, давай ты повернешь, и потом я уже поеду, потому что тебе выворачивать. Так, ну куда вы? Стойте, стойте, дядя. Дайте большой человек проедет. Он вам, между прочим, везет. Так, не забывать про скорость, опять же. Не забывать про скорость. У меня тут домовой чат разрывается, господа. Оказывается, в моем подъезде нету света. Но удивительно то, что свет у меня есть. У некоторых квартир нет света, у меня есть. Но это для того, чтобы я вам записал, так скажем, данную серию. Поэтому, боги сжалились надо мной и говорят: так, Серега, мы всем вырубаем свет, записывай. Я записываю, специально для вас записываю. Так, тихо, тут вот, когда наверх по серпантину поднимаешься, мне кажется, немножко легче, нежели когда ты спускаешься, потому что... Когда ты спускаешься, скорость набирается, тормозить очень приходится много. И получается, не, можно на ретардере ехать, но как-то... Так, не понял. А что произошло? У меня машина не едет. Не понял. Так, ну тут вроде все нормально. Но она не едет. Она встала. Какие-то проблемы постоянно с грузом. Мне кажется, я перетормозил ее. Я ее перетормозил. У нее закончился воздух. Слушай, нет. Какая-то у нее реально проблема. А что с ней? Вы слышите, да, какая-то проблема? То ли скорость не переключается, но ей прям тяжко. Так, это работает. А, аварийки нельзя включить. Подожди. Нет, она не работает. У нас сломалась машина, поэтому мы сейчас... А нам еще ехать, блин. Сколько нам ехать? Еще 3 километра. Ха-ха. Да, мы сейчас долго так будем ехать. Turn off looking defend again. X? Какая X? Непонятно. Я не понимаю, что с машиной. Я реально не пойму, что с машиной. Причем я ничего не нажимал. То ли я реально тормоза у меня. А причем странно как-то, да, переключается. Нормально, сломался трак. Не, ну мы любой ценой довезем. Мы любой ценой довезем. Мне непонятно, что написано. Looking
А, подожди, надо дифференциалы. У меня включили дифференциал, я включил дефа, блин. Ух ты, бляха-муха, что там происходит? А, вы видели это? Так, подожди, ладно, мы дефа включили, выключили. Все, дефы у нас отключены. Что, собственно говоря, с машиной? Очень неприятно, прям так неприятненько она едет как-то. Так, вот здесь сейчас будет очень неприятненько, очень нехорошо. Надо пропустить вот эту фуру. Опасненько она так поворачивает. Все, и дальше мы с вами потихонечку, пока нет грузовых. Да дайте я проеду, ядрить, колотить. Такой поток прям плотный, я скажу. Прям очень плотный. А я и так весь поломанный, мне и так тяжело, и тяжело вырулить. Так, ну все, вырулили этот поворот. Такой тяжелый поворот. Сейчас еще один там будет, кстати, хороший такой резкий поворот. Но там, наверное, будет, наверное, попроще. Здесь можно взять будет пошире с правой стороны. Как бы вот, вот так вот взять. Да, я думаю, они нас пропустят. Но тут тоже, опять же, правая сторона. Я не вижу эту правую сторону. Если бы то зеркало не белое было бы, а нормальное, я бы мог бы ориентироваться, потому что там мертвая зона, и я не вижу именно отбойник тот. Но машина как работает, мне не нравится. Так, ладно, тормозим. Такое чувство, как будто работает этот. А, вот аварийка, кстати. Нет, она перещелкивает почему-то. Почему-то она перещелкивает. Давайте на аварийке. На аварийку поставим. Что-то ей тяжко. Я только хвалил, да? Хвалил эти машины. То, что ман... Подожди, что ты... Я же отключил дефа. Тихо. Так, поехал. А что, дефы были, что ли, так? Поэтому из-за дефов такая херня была? Не понял. Ну, а почему тогда значка D... То, что дифференциалы были включены? Как бы он мне выводил там, да? Типа, выключите дефы, выключите дефы. Ну... Почему на приборной? Я-то как бы определяюсь-то по приборной панели. Ну, как бы в первую очередь. Так, нам вот сюда надо будет. Так, давайте задом заедем. Попробуем заехать задом и как бы завернуть ее... правильном направлении. Так. Вот вспомню, как это делается. If you are sick. Тихо. Это я не дорулил. Это я реально не дорулил, уже забыл, как это делается. Сейчас мы... Блин, придется... Неприятный такой. Подожди, дядь. Так. Да, рулит она немножко. Ах, тяжело. Сейчас выпрямим. Мне кажется, я даже не доеду до нее, она отключит. Снимет с нас ограничения. Так, чуть-чуть вот сюда поровнее. И вот так вот. Вот сюда, и все, и выравниваем. Все, по идее, ровно. Но все равно не вижу ни хрена, ну ладно. Нет, уже скривились, да, немножко? Да. Вот, вот так ровнее. Так. Вы представляете, она... Она не дала, нам надо с передом заезжать, короче. Блин, обидно. Ладно, мы попробовали хотя бы развернуть. Заехать, так скажем, задом. И это, в принципе, у нас получилось. В общем, машина сегодня относительно почти сломалась. Но виной всей поломки, оказывается, был это я. Ну да, получается, передом заезжаешь и все. Блин, ну, это, конечно, немножко как-то... Не очень красиво. Так. Все, выключили.
Ну да, получается, сначала дальний включаешь, потом включаешь как бы весь габарит. Ладно, хорошо, выходим. Все, груз мы привезли, вроде разгружать его, слава богу, не надо. Ну, что, хороший груз. Хорошая дорога была. Даже интересно было, почему-то дефы включены были, а почему, непонятно. Все-таки, они как, то ли я нажал что-то непонятное, то ли, ладно, какой-то привезли хренотень. Пинантокс, ревард. Итак, что у нас получилось? 22-26 минут, хотя 13 минут нам давали. Ну, как странно, по таким дорогам 13 минут. Дамаг 2%, мы все-таки где-то с вами отработали. А материальный дамаг ни одного. Спид-лимит нормально, 90. И драйвинг-стайл, так скажем, 77%. Ладно, нормально. Можно, могло бы быть и лучше, но и ладно. В общем-то, тогда... прыгаем сюда, и, в общем-то, как говорится, на этом наш рабочий день сегодня закончился. Да, как и обещал вам, попробую сейчас одну фишку сделать, но сначала, как говорится, ребятки, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Обязательно, друзья, пишите комментарии, и, впрочем-то, всем пока. Пока. Так, разгоняем напрямую. И что мы будем делать? Что мы будем делать? А, нельзя выйти! Нельзя выйти! Здравствуй, автобус!